Всем привет! Про рок хочется поговорить. Про рок. Тот рок, который мы все полюбили, когда были вот такими или вот такими еще маленькими. Я полюбил рок, когда был, не помню, сколько мне было лет, то ли 8, то ли 9. В общем, Советский Союз грандиозный, я маленький школьник, услышал песню. Как и многие, наверное, другие, услышал песню «Girl» группы The Beatles, которая выходила на советской пластинке. Был такой сборник песен народов мира, что называется. И там была песня «Girl» в исполнении вокально-инструментального ансамбля на английском языке. Так было написано на этой пластинке. И, в общем, мне понравилось. И с тех пор я люблю рок-музыку. Рок-музыка началась с песни «Girl». Но... А вообще, если говорить о рок-музыке в понимании тяжелого рока, ну, то есть, как мы привыкли, рок, что такое рок, это такое вот, чтобы было громко, бух. Условно я могу провести черту, наверное, для себя, опять-таки, я для себя определяю начало тяжелого рока, это 1965 год, по большому счету. Были и раньше, конечно, громоподобные явления музыкальные, и их было много, но так, чтобы вот провести черту такую, бац, появились такие пластинки настоящего рока. Это 65-й год, это Bob Dylan, Highway 61 Revisited альбом, он вышел попозже, чем мой любимый альбом Beatles под названием Help, которому сегодня будет уделено больше внимания, чем другим альбомам, так скажем. «Битлз» вышел, не помню когда, в начале августа, по-моему, 65-го года, а «Highway 61 Revisited» вышел, по-моему, в конце августа 65-го года, конечно, 65-го, не 70-го, я оговорился. Да. Но все это развивалось и шло параллельно. В 65-м же году вышла пластинка «Out of Our Heads» The Rolling Stones и еще несколько пластинок The Rolling Stones, потому что в Америке выходило их больше, в Англии выходило их меньше. Но, тем не менее, December's Children вышли в Америке, изумительный альбом, правда, собранный из песен разных лет, записанных в разном состоянии, в разное время, в разных студиях, но, тем не менее, очень хороший. Ну, Out of Our Heads – это вообще удар в мозг серьезный. Пластинка The Who вышла в апреле под названием The Who – My Generation. Вот уж... Тяжелый рок по тем временам так тяжелый, действительно, разорвали всех напором, драйвом, жесткими гитарами, адскими барабанами, и, ну, не знаю, нехорошо так говорить, что это первый альбом тяжелого рока, как бы, ну, это первый альбом такого рока, скажем. Так, Пол Баттерфилд Блюз Бэнд вышел альбом, очень хороший, тоже достаточно гитарный и жесткий, но все-таки блюзовый, все-таки он такой в блюз уходил. Kings Controversy вышла пластинка, тоже жестко роковая, о ней отдельно мы поговорим обязательно. Очень мощный альбом, почему-то группа Kings в нашей стране тоже... Есть очень большой клан любителей группы Kings, их достаточно много, но в массы как-то эта музыка почему-то не пошла. Хотя это шикарная группа, и многие, я читал в интернете, кстати, многие пишут, что это пластинка, это группа одного альбома, там Артур и все. Но где Артур, там и Village Green Preservation Society, и масса-масса еще альбомов 70-х, 60-х, 80-х, не побоюсь этого слова, и 90-х. Очень много хорошей музыки записали Kings. Но в августе 65-го, как я уже и говорил, вышел вот этот альбом потрясающий. Самый тяжелый по музыке, наверное, из всех записей первого периода творчества The Beatles, который мне нравится гораздо больше, чем второй период. Можете меня расстрелять за это. Вот период студийного творчества Beatles мне нравится меньше, чем... Мне он тоже очень нравится. И первый нравится, и второй нравится. Очень хорошие песни. Но если говорить о рок-группе Beatles, это, конечно,
по 65-й год включительно. Help, Rubber Soul и все. А дальше пошли уже мудрствования. Дальше Битлз превратились уже из рок-группы в содружество талантливых музыкантов, которые занимаются студийной работой. Такой. То есть это уже рок-группа такая была условная. Когда приходили в студию музыканты, а то и один музыкант что-то записывал, уходил, потом приходило еще двое, что-то записывали и так далее. Но результат был очень хороший. Музыка очень хорошая была. Однако, как рок-группа, конечно, Help, ну, заезжая на Rubber Soul, уже такая была черта. Через год группа перестала играть на концертах, что говорит о том, что это уже... Как я уже говорю, повторяюсь, это уже была не рок-группа, это уже было что-то другое. Это был коллектив творческих людей, которые записывали красивую музыку. А Help, он рвет сразу, с первой же песни. Она очень необычна, сама вот эта самая заглавная пьеса или песня, ну, песня, скажем так. Она необычна, в первую очередь, тем, что никакого интро нет, никакой вступы. Даже нет run, two, three, как положено. Да ничего похоже. Сразу голос. Сразу. Мне что-то как-то... Наверное, есть такие песни, мне что-то их не вспомнить, чтобы сразу вот так вот все в атаку бросались. С первой доли сразу вокал и вся группа мгновенно без микроскопического вступления. И это от души. Это от души. И Леннон здесь, конечно, первым подвел черту под первым периодом творчества Битлз. Он устал, ему все уже не то чтобы надоело, но его прижало сильно. Он стал баловаться препаратами, изменяющими сознание, что было и раньше у всех абсолютно членов группы Битлз, но здесь уже пошли размышления, пошло погружение в себя, изучение себя, и встали вопросы, а зачем это все, для чего я это все делаю. В самом начале карьеры Леннон сказал в одном из интервью, когда его спросили, цель вашей жизни, цель вашей работы, вашего творчества, он сказал, стать богатым и знаменитым. И он уже стал богатым и знаменитым. А дальше что? А дальше непонятно что, только усталость, набирание веса, он стал толстеть, различные препараты, алкоголь и, в общем, одно и то же. Все одно и то же. С одного концерта на другой, из концерта в студию, из студии на концерт, отели, 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 и как-то радости не приносит никакой. Елочные игрушки уже пошли не те. И в песне «Help» это все он выразил. Яростно, нервно, громко, разрывая все и совершенно нетрадиционным началом, как я уже и говорил, презрев все законы построения поп-песен, каковые тогда существовали. И весь альбом, не весь, но частично он такой, он, наверное, самый живой, живее даже, чем «Плиз-плизми», который я безумно люблю именно за простоту, за живость. Потому что, если говорить о песне «The Night Before», следующей, которую поет Пол Маккартни, послушайте, какая там ритм-гитара. Это просто какой-то гараж. То есть такой небрежности, такой легкости небрежности, я у Битлз что-то не припомню до вот этой песни. Все было почетче, все было очень красиво. Джордж Мартин все отслеживал, все отрабатывал. Но здесь такое бренчалово, кстати, которое в песне «Help» тоже на акустической гитаре, там я не берусь, я не гитарный этот самый исследователь, как есть там в интернете один персонаж, который все это разбирает и критикует. Мне это все нравится, это все живо, это все по-настоящему, это такая гаражность немножко присутствует здесь, которой раньше не было, кстати говоря, я могу повториться. «You gotta hire your love away». «Привет от Боба Дилана» Джону Леннону. Первая песня Леннона такая Диланообразная. Потому что, ну, я уже говорил, что в этом же году вышел «Highway 61 Revisited». Блестящий альбом, грандиозный, дилановский. И до него Дилан уже тоже играл электрические вещи. И, конечно,
Леннон все это слушал, все это изучал, все это ему нравилось. «I need you». Харрисон использовал какую-то невероятную примочку, похожую на педаль громкости, но одновременно и не похожую на педаль громкости. Какая-то очень странная такая штука, но она звучит очень миленько. «Another girl» Маккартни, «Another girl» и «You're going to lose that girl». Две песни, если «Another girl», она немножко похожа на «Kings». Точнее, я думаю, что «Kings» похожа немножко на «Beatles». Все-таки они друг друга слушали, и «Beatles» были главнее на тот момент времени. Но это в ту же струю, которую задали, кстати говоря, я думаю, «The Who» в апреле, когда вышел «My Generation» альбом. И вот три песни подряд, «Another girl», «You're going to lose that girl», и особенно «Ticket to Ride», в которой Леннон решил перехардить группу «The Who», сделать еще громче, еще гитарнее, еще тяжелее, еще больше рока добавить. И, в общем-то, получилось. Очень тяжелая, действительно, песня, если вспомнить о том, что это 65-й год, посмотреть на пластинки, которые в этом году выходили. И кроме «Kings», «Who», «Rolling Stones» и «Beatles», такого рока серьезного не было. У Манфреда Мэна вышла пластинка «Man Made», но она больше джазово-блюзовая и достаточно легкая, прозрачная. От такого вот зверства откровенного, пожалуй, только 4 эти группы выдали. На фоне сплошного попа. Сплошная попа была в 65-м году. И тут, конечно, был прорыв в виде... Ну, три песни подряд, просто ломовые, как я уже говорил, «Another Girl», «You're Going to Lose That Girl», которую Цой обожал петь, кстати, вот этот, когда выход на фальцет идет. Цой прекрасно его пел, между прочим, в 1980 году. И «Ticket to Ride» ломовая совершенно, то есть «The Who» уже, так сказать, не являлись лидерами этого направления. «Act Naturally» мне очень нравится, «Ringo Starr». Мне вообще нравится, как поет и играет, и аранжирует Ринго Старр. Очень даже... А, кстати, тут еще Пол на гитаре сыграл в «Another Girl». Очень интересные такие эти самые бенды, нехарактерные для Харрисона. А Харрисон отличился в «Dizzy Miss Lizzy», которую исполнил Леннон в финале, под завязочку альбома, с таким зверством, с таким отчаянным весельем, просто с таким настоящим рок-н-роллом, который превратился из классического рок-н-ролла опять-таки в тяжелый рок. Потому что рок-н-ролл «Dizzy Miss Lizzy» играется и поется не так, конечно. А Леннон сделал из него просто хардешник злобный. И блестящее соло Ринго Старра, про которое здесь написано тоже немножко на пластинке иронично. И это кайф, это лучшее соло Ринго Старра, на мой взгляд. Вот рок-музыку так и нужно играть, не мудрствовать, не надо вот этого всего, вот это. Это, пожалуйста, это очень странно, потому что для консерватории этого не хватит, вот этого все, это вот этой вот ерунды. Это не проканает, там люди играют по-другому и гораздо интереснее. Для джаза это вообще какая-то помойка, потому что в джазе играют поинтереснее и потоньше. А для рок-н-ролла это просто какое-то мозгомучение, интеллигентно скажем. Вот эти соло, они ни к чему. Вот соло Харрисона в «Dizzy Miss Lizzy» – это настоящее соло. Вот я произнес музыковедческую речь. «It's Only Love». С отличной гитарой, с вибрато неожиданным. Вообще очень много эффектов гитарных использовано на альбоме, например, вибрато. Очень кайфово. Здесь, хотя Леннон эту песню не любил. «You like me too much, tell me what you see. I just seen a face». Немножко напоминает Саймона и Гарфанкела, на мой взгляд. Но красиво, но похоже на Саймона и Гарфанкела по настроению. Про «Yesterday» все понятно. Год лежала песня, даже больше года лежала песня, написанная без текста, с кусочками текста. И год ее Пол Маккартни вымучивал и думал, как же, что же из нее сделать. Ему казалось, что он где-то ее слышал и откуда-то спер эту мелодию. Потом все его убедили, что не спер, и
мелодия оригинальная. Наконец, в 65-м году он ее записал, а придумал ее в 64-м, давным-давно. «Tell me what you see» здесь мне нравится очень фирменная битловская вот это вот, вот эти вот интервалы голосовые, очень-очень убедительно. Вообще они везде очень убедительные, очень ложатся на сердце. В общем, пластинка, на мой взгляд, убогий. На мой убогий взгляд. Трудно говорить, что она самая лучшая, трудно говорить, что она самая любимая, потому что с изменением времени как-то то одно, то другое становится ближе. Но эта штука остается и нравится мне, пожалуй, больше многих других альбомов The Beatles. Поэтому я очень, конечно, ее советую. Help! Помогите! Каждому человеку нужна помощь, и каждый в помощи нуждается в какой-то момент.